Ребята, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Смотрите, мы такие красивые. Я в своем сереньком, в своем черненьком. Да. Нас здесь не во что переодеваться. Но сейчас мы с вами едем на очень интересную экскурсию. Эта экскурсия у нас квадроциклы. Мы потрясем своими жирочками, раскачаемся. Мы будем растрясать свой all-inclusive. Да, растрясем свой all-inclusive. Да-да-да. Мы сейчас ждем трансфер от компании Seven Tours. Это экскурсии по всей Турции. Вот. И не только. И не только. А управляет всем этим делом одна очень интересная особа. Ее зовут Алия. Лягушка-путешественница. Да, называет она себя лягушка-путешественница. Так что мы сейчас ждем трансфер. Спасибо большое, кстати, Алие. Она нас выручила, потому что у нас осталось два последних дня. Она нам нашла местечко на квадроцикл. Говорит, ничего, не волнуйтесь, сейчас вам это устроим. Стряску там. Satisfaction. Так что ждем. Смотрите, ребятки, это походу за нами. Hello. Hi. За нами? Yes. Yes, все, погнали. Мы едем уже на джипе. Куда? Назад? Загружаться. Видите, у них джип-сафари. Джемал? Ребята, мы типа джип-сафари, только у нас эти, как их... квадроциклы нас засунули в такую вот машинку. Да. Смотрите, я сейчас поснимаю, вставь. Алина, это я. Да. Алия. Ой. Ну, круто. Такой, да, мужчина брутальный. Едем. Поехали. Так. Приключения начинаются. Дама. Не знаю, далеко ехать, недалеко. Посмотрим. Очень, кстати говоря, жарко в этом вот в джипе. Мы едем, уже сразу погружаемся. Вот. Ребятки, там нужно одевать одежду, которую не жалко. Но так как у нас особо выбор небольшой, мы вот в такой одежде едем, потом еще будем постираемся. Вот. Я думаю, будет весело. Будем это сейчас. Такое вот приключенница. Нас присадили в новую машину, открытый вот джип сафари. Вот здесь у нас есть все пыльненько. Кстати, реально одевайте одежду какую-нибудь, которую не жалко. Видите? Пока, спасибо. Довезли нас на джипе сейчас вот таком открытом. О, прям вообще. Вот Турция. Да, Турция начинает играть новыми красками. Это здорово. Сырочек. Класс. Я чувствую себя как собака. Здорово. Едем. Да, супер. Холодно. Арктика. Ух, как экстримчика. Thank you.
прямо так это. Классно. Так дрова нас, как дрова нас везут, да? Ну, весело. Смотрите, как здорово. Это уже вам не рафинированная Турция. Это вам уже вот такая вот дикая, необузданная Алания. О, ребята, мы приехали. У них здесь, смотрите, и баги, и квадроциклы. В общем, все, что хотите. А, вон на квадриках. Тысяч. Вот у нас как VIP-экскурсия получается. Так, у нас здесь такие вот. Все нас снять можно. Так, посмотрим. Чё, как, куда? Нормально. Hello, hello. Горная река, смотрите, как круто. Вообще. Огонь. Да, отмываться после сафари. Не, вообще есть маршруты прям через реку. Ты понимаешь, так что ты готовься. Да, вот заполняй бумажки. Имя. Ага, имя. Хотель. Отель. Хотель имер. Ага. Комната, номер. Ага. И все. А это как бы инструкция, да? Да. Как это? Инзиэль, так. Ага. Понятно. А, откуда девочка? Россия. Россия? Да. Хорошо. Хорошо, да. Ну, она надели какую-то штучку. Да, да, да. Очки можно, очки? Очки, да, да, давайте очки. $4. Они платные, да? $4 одна. $4? Да. А в лирах? Лира, как пора? 20 лир. 25 лир. 25 лир. Ну, давайте. 20 лир. Давайте дешевле. Маски. Давайте за 40. Маски. Маски. Не, у нас есть. Вот свои. Ага, окей, окей, окей. Коронавирус помог. Че, хорошо? Дай мне эту шапочку, кепочку. Я на нас смотрю, что вообще везде. Так, давай. Давай, давай. Карыштырма, вообще, сады старого. Чейбозный, ага. Ух. Kim anlatacak orada? Ben anlatırım. Ooo. Bir çay yaparım diyorum. Kahve hak ettin. Çok ben bir şey yapamıyorum. Çok. Şimdi ya. Çocuklar fışkanı tutmaz. Билет будешь, да, береги. Ребят, я вас вижу в желтом свете. У тебя как? Красавчик. О, вообще огонь. Дыщ, дыщ, дыщ. О, вон, 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 вон они как едут. Сейчас мы так же полетим. Вообще. У них здесь, в общем, и маски продаются, и шарфики, в общем, все, что хотите. Вот так вот. Ну, коронавирус помог. Сейчас идем. Газ сюда, горный сюда. 10 минут сюда тест, потом старт. Понимаешь? Направо, налево нету. Один мотор. Да-да-да, он уже. Тормоз, автоматик. Автоматик. Газ. Газ, тормоз. Газ, тормоз. Окей. Все, давай, залазь. Посмотри, пожалуйста. Это. Это старт. Так, Вован отправили на тестовый. Тестовый заезд. Проверим. Можно ли ему жизнь мою доверять? Приехал, гоняет. Давненький. Проверяет, может ли он держать дистанцию. Видите? Ох, чувствую, будет весело. Давай, давай, давай. Еще, давай, давай, поехал, давай. Поехал. Неправильно? Что? Неправильно делает, да? А, как они катаются, тут круто. Прям гоняюсь, гоняюсь. Вот здесь все будет хорошо. Эх, ребятки, чувствую, будет больно моей попушке. Потому что тут прям ух, ух. Вот такие у них. Видите,
мопеды, мопеды. Сейчас будем там бум-бум-бум-бум-бум. Я уже подозреваю. Вон, тут камни, камни, видите? Тут каждый камушек будем чувствовать. Ну чё? Ехать можно? Да, можно? Да, ну, давайте, загружаемся. Ну, ребята, меня загрузили. Поехали. Смотрите.
дом на колесах какой-то поехал.
воде, вообще по реке, ребята. По реке. А, во-во-во. Смотри, смотри. Перекур. 5 минут перекур. Давай, фоткайся. Ой, мать моя жизнь. Смотрите, здесь козы. Все. Ой, вообще жесть. Смотри, Вов, здесь козы. Обалдеть. Козы. Обалдеть. Вообще. Это круто. Вован, небольшое интервью. Как вам? Нормально. Вообще огонь. У меня все хлюпает. Короче, это штаны надо будет стирать. Да, у меня, кажется, еще, извините меня, и сзади немножко мокро. Смотрите, здесь козы вообще. Ой, привет. Привет, привет, привет. Ух ты. Козы, смотрите. Классно. Ты холёсий, да? Козы. Здорово. Козы? Да, да, да. Она хрену видишь. Иди ко мне. Да, да, да. Как их звать? Классно вообще. А тут, видите, вот сразу целая колонна. Ох. Надо было нам тоже шлёпки. У нас там уже все булькает. Козы. Вообще классно. Ребятки, я тут за козами охочусь. Какая у нас стояночка. Смотрите, как круто вообще. Обалденно. С ума сойти. И это Турция, ребята. Это Турция. Это настоящая Турция. Классно. Смотрите, бабушка пасет, наверное, что-то такое. Тут собак хоть. Все. С ума сойти. Это круто. Это супер-супер-пупер. Иди сюда. Иди сюда. Эй, 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 эй. О, идет, идет, идет. Горные козы, он маленький. Еще. Ой! Хороший. Ух. Танки грязи не боятся, и пираты тоже! Блин! Вообще! Как свинки! Так не надо!
Очередной привал. Сказали, еще полчаса. У меня тут ноги все мокрые вообще. А ванна, смотрите, какой грязный. Вообще. Сейчас приедем, будем это стирку отдавать, все это дело. Вот. Ну, как-то вот так вот. Имейте в виду. Готовьтесь. Все быстро там стирают, сбивают. Ну, да. Нормально. Будут готовы уже. Ну да, у меня еще джинсы. Нет, джинсы-то ладно. У меня джинсы еще есть. А вот кроссовки. Вон, видите, у меня прям все мокрое. Маска как мне? Маска у тебя серенькая такая, да. Грязная? Да. Ну, она вся в пыли, да. Это нормально. Пять минут привал. Ой. Смотрите, какая здесь красивая стоянка вообще. Такая вот река. Очень здорово.
Действительно, прям вот стоит сюда приезжать. Мне кажется, здесь сезон-то вообще будет огонь. Классно. Мне очень понравилась экскурсия. Мне кажется, это даже круче, чем воздушные шары. Не знаю, я люблю вот такие вот экстремальные, такие вот интересные экскурсии. Я, конечно, из меня еще тот экстремал, но это здорово. Очки, кстати говоря, снимаешь, и мир как будто, знаете, черно-белый. Вот так вот. Водичка. Сейчас поедем обратно, полчаса еще. Ну, долгая, да, экскурсия-то? Я думаю, у нас сейчас это пару кружочков и все. Часа три. Да, а тут прям с полным погружением, я бы сказала. Смотрите. У меня тоже нормально. Я мокрый, у меня прям по колено меня. Туда. Ну да. Ну да, все, поехали. Смотрите, какая красота. Так что, девочки, обязательно приедете своим мальчикам делать такой подарок, экскурсию. Очень, кстати, насыщенно, реально очень красивые виды. Прям едешь очень красиво по всем участкам, по горам, по долам. Очень мне лично очень понравилось. Во. Спасибо. Слази. Так. Все. Ну и я. Ой, тихо, держи их. Ну, а тут все легко, ребятки. Тут это раз, не шар. И все, да. Ать! Все. Огромное спасибо. Ой, да, Seven Tour вообще красавчики. У меня попа, конечно, уже прям ух-ух. Но этот лучше. Классно. Ну, это гоночный, да. Да нормальный, что мне прям очень понравился. Вообще. Прям по-братски. Да. Все. Осталось доехать и помыться. Отмыться, да. И камеру отмыть. Мы все грязные. Нет, камера-то чистая, больно. То я старалась ее. Прятать, да? Ой, нет, мне очень понравилось, вот честно. Вот, по-моему, из всех экскурсий мне это больше всех понравилось. Так круто вообще. Вообще здорово. Да. В общем, приезжайте обязательно. Все ссылки на Seven Tours, как всегда, в описании. Ребятки, у нас идет сезон. Приезжайте обязательно, подписывайтесь. У них есть Инстаграм. Обязательно подписывайтесь. Да, у них там сейчас розыгрыш кофе идет. Вот. С шоколадом. С шоколадом, да.
И на нас подписывайтесь. В общем, покажем, все протестируем. На них, на вас и на всех. Все, всех любим, всех целуем. Всем пока. Пока, Вов, да? Пока-пока.